это не сюжет из психушки. Есть люди, которые реально работают на очень серьезных профессиях, которые включают в себя проверку игрушек для детей на возрастные ограничения. Вот если такую бибику-ы дать какому-нибудь маленькому ребенку, он что с ней сделает? Он что-нибудь откусит ей сразу же. Например, колесо. О, тут зуб можно сломать. Значит, подходящая игрушка. Пусть откусывает, пусть пробует. А если вот эту будет игрушку грызть, может маленькая деталька отвалится, ребенок ей поперхнется, и все, и вава. Бяка. А, например, если будет вот эту грызть игрушку, тут, конечно, мелких деталей нет, но, судя по запаху, ой, пластмасса сделана очень в токсичном варианте. Ее погрызешь пару минут, и все. И туда. К производителям игрушек. Так что, друзья, надо игрушки тщательным образом проверять, чем мы сейчас займемся в нашем следующем сюжете. Дети обожают игрушки. Это ни для кого не секрет. Игрушки могут доставить детям массу неприятностей. Но как понять, с какой машинкой или куклой можно забавляться малышам, а какие им лучше не давать? На некоторое время отберем у детей игрушки и отправим их туда, где нам помогут это выяснить. Вы удивитесь, но есть лаборатория, которая проводит именно такие исследования. Согласитесь, выглядят они очень странно. Ни один мишка и ни одна машинка не должны попасть на прилавки магазинов, пока не пройдут через руки этих специалистов. Задача этих людей – не допустить потенциально опасные игрушки к продаже. Итак, представляем наших подопытных. Две машинки, три куклы, три погремушки и три плюшевых медведя. Посмотрим, какие игрушки доберутся до прилавков магазина, а кому придется самоустраниться. Но что же может не пустить игрушку к ребенку? Что вообще может быть в них опасного? Скоро узнаем. Первыми идут погремушки. Ведь в них играют самые нежные создания. Сначала специалист ощупывает их. Вдруг на них есть зазубринки, зацепки. Только вручную ощупать погремушки недостаточно. Кожа ребенка намного чувствительнее и нежнее, чем у взрослого. Поэтому понадобится вот эта машина. С виду обычная металлическая трубка. На нее наматывают тончайшую пленку, которая в данном тесте будет имитировать кожу ребенка. Прикладываем погремушку к крутящемуся стержню. Пленка осталась целой. Тест пройден. А это устройство – имитация рта и гортани ребенка. Игрушка не должна поместиться в это отверстие. Первая пошла. Отлично. Ни один маленький проглот ее не проглотит. А у этой оказалась очень длинная ручка. Попадет в ротик, ребенок может пораниться. Оказывается, вес погремушки тоже важен. И не должен превышать 100 граммов, чтобы ребенок не перегружал запястье. Так что этой пора худеть. Только делать это придется в мусорной корзине. И вот начались настоящие пытки. Проверяем стойкость окраски. Никуда не годится. В итоге, в ходе жесткой борьбы и конкуренции, выжила всего одна погремушка. Трепещите, игрушки! Теперь очередь тех, кто постарше.
Каждый пупс или мишка мечтают попасть в песочницу, но здесь жесткий отбор. Какая милая синяя машинка! Но какие на ней зазубрины! Видны невооруженным глазом. Выбывает до начала основных испытаний. Теперь пупс. Для проверки придется раздеться. Все очень серьезно. Теперь досмотр личных вещей этого лысого гражданина. Помещаем их в устройство, имитирующее рот ребенка. Захочешь – не проглотишь. Все аксессуары прошли испытания. А теперь узнаем, чем же может быть опасен плюшевый мишка. Проверим прочность швов в разрывной машине. Еще бы! Если маленькие задиры решат игрушку поделить, и она порвется, вдруг малышам придет в голову полакомиться этой медвежатиной. Даже в самом жарком споре игрушка должна выжить. И этот медведь оказался не из неженок. Силач выдержал нагрузку в 75 килограммов. Следующий. Нервы напряжены. 20, 30, 40. Барьер в 75 килограммов пройден. А вот маленький Мишутка не выдержал. 50 килограммов, и ткань порвалась. Жалко, такой хорошенький. Но мир детства не для слабаков. Но это еще не все. Приглашаем мишек на барбекю. Посмотрим, что с ними станет, если малыш случайно поднесет их к огню. А точнее, за сколько секунд они разгорятся. Этот медведь устроит в доме пожар всего за 20 секунд. Однозначно опасно. И снова чудеса героизма проявляет коричневый мишка. Он и в огне не горит, только слегка оплавляется. А вот его собрат горит, как сухая щепка. И не справляется с испытанием. Придется исключить из списка пригодных. Следующее испытание для пластиковых кукол и машинок. Вот эти приспособления имитируют пальчики детей разного возраста. Есть правило. Засунуть в игрушку пальчик малыш должен не глубже первой фаланги, иначе палец может застрять. А теперь экстремальные испытания. Падение с высоты 75 сантиметров 5 раз подряд. Теперь усложняем. Кидаем на машинку металлический груз в 1 килограмм. Теперь посмотрим, что стало с игрушками. Колеса разболтались, детали шатаются. Не сможет эта машина пережить детскую войнушку. На очереди девчачьи игрушки.
Один из самых важных параметров я чуть было не упустил. Это очень важно для любой игрушки. Пожароустойчивость. Ведь любой ребенок рано или поздно находит у папы зажигалку и начинает зажигать свою игрушку. И тут очень важно, чтобы она не вспыхнула. И в данном случае мы видим, что наша игрушка не загорается. Это очень-очень хорошо. Или горит? Нет, слава богу. А следующее...